Здорово, ребята. Мы снова в Мега Роблокс, и сегодня мы с вами поиграем в Роблокс в один режим, который называется Аквариум Стор. В переводе означается как Аквариум История. Это режим, про который мы поедем в аквариум. И вот мы с вами уже езжаем. Загружается сама история Аквариум. Посмотрим, что это за история. Так, загружается история. Не обращайте внимания на эти скрипы стула. Так, мы с вами уже приехали. Так, эти текстуры сейчас прогрузятся. Мистер Фризл. Здравствуйте, класс, и добро пожаловать в аквариум. Мистер Слинган, да. Я надеюсь, вы все ожидали, что здесь вы будете сейчас. Что так много вас будет. Я ждал долго этого момента. С любовью, теперь, пока мы зайдем в здание, мы должны перейти дорогу. Запомните, дети, смотрите по сторонам, пока кроссинг застрелит. Так, перейти улицу. Вы серьезно? Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть машина не сбила. Ну все. Так, все. Так, одна только осталась. Один, она сдохла. Ну что ж, мы с вами зашли на аквариум. Так. Всем доброго дня. И Сусан. Что за странное имя, Сусан. Здесь будет ваша... я буду вашим этим экскурсионным... экскурсию проводить за это прекрасное место. Спасибо, что вы нас нашли. Короче, ребята, переводите сам, я не очень хорошо знаю английский. Чудесно. Вот теперь вы можете... как быстро все читается. Поглядите по сторонам, но вы не можете зайти в гифт-шоп. Я хочу есть, пишет. Конечно, вы так долго были в автобусе, что ваши желудки уже пустые. И вы... И почему вы не можете пойти поглядеться по сторонам и найти вот этот обед? Ну, я не знаю, что я перевел правильно или нет. Я думаю, это будет. Мы будем стоять здесь и ждать, пока все будут исследовать этот аквариум. Звуки прекрасные. Ну, вот. Вау, вот этот гифт-шоп. Смотри на эту акулу. Сори. А, то есть гифт-шоп закрыт. Они же говорили про это. Поднимаемся на второй этаж. Офис. А, офис я не могу зайти. Печалька. Так, автоматы всякие. А по что это такое? Собери их всех. Какие-то статуэтки здесь. Ну, да, придется собрать эти статуэтки. Вот я уже второй нашел. Так, что это? Клик. О, рыбья еда. А, я тебя кормлю этих рыбок. Ну ладно, о, я нашел уже третью статуэтку. Я собрал их всех. Что это? Дюйно, знаешь ли, что кальмары могут менять цвет? Кальмары быстрее чего? Инверс... Короче, я не хочу это переводить. Посмотреть, 0 секунд. Окей, класс. Погнали теперь жрать. О, приехали. Так, теперь я не могу ждать есть. Окей, ребята. Выбирается, какой хочешь, хот-дог или бургер. Я знаю, что я возьму.
Так, возьми еду. Хот-дог или гамбургер. Я возьму гамбургер. Так. Оп, я прям сейчас споткнулся. Сразу, какая вкусная картошечка. А можно добавочку? Можно добавочку? Кстати, пацан, дай добавочку. Простите, миссис Фрейзел, я не чувствую себя так хорошо. Это я говорю. Что со мной? Что произошло? С тобой все было в порядке? У меня аллергия на картошку, но это... потому что я все чувствую хорошо. Скорее всего, найдите бэкпак, чтобы дать ему медкит. Я тоже буду искать, а то я умру. Так, опа, нашли уже. Фу, это было близко. Я испугалась, но спасибо, что все в порядке сейчас. Хорошо, теперь я вам покажу маску ОН. Теперь это достаточно, и возвращаюсь в лобби. Мисс Фризел, и сейчас мы пойдем в обедать и бэкшорли. Вы сейчас на хороших местечках, и запомните, что и... Короче, я не мастер-переводчик просто. Ну что ж, уходим, и куда теперь? Аквариум? Окей, все, теперь мы можем зайти в тоннель. И, о, экзотические океаны создания. Мы теперь можем их поисследовать. Ей. Я не могу ждать. Окей, погнали. Ну что, заходим в аквариум. Ух ты. Вау, это реально круто. Никогда я не был в таком аквариуме. Я только впервые в Роблоксе это вижу. О, киты, акулы всякие. Вау, что это? Опа! Дом Губка Боба, Сквидварда и даже Патрика здесь есть. Всякие, опа. Смотри-ка, там какой-то пирамид с очками. Кто это? Какой фараон построил? Возможно, какой-то Эмил Джинский. Фараон. Этот фараон так обожает MLG, что такой пирамид с очками построил. Я так рада, что мы пришли сюда. Ну да, я тоже рад. Я никогда не видел в реальной жизни такой аквариум. Надо бы посходить. Здесь даже есть акулы, я это говорю. Даже касатки есть. Конечно, акулы самые популярные животные здесь. Это не животное, а рыба. Воу, что это за акула? Электрическая? Well, так. Призрачная акула. Посмотрите, кто это здесь. Я призрак акула, и это мой domination. Я не люблю иметь здесь детей, людей. И забирать моих друзей, когда они в океане. Вы никогда не выберетесь отсюда живыми. О, это не страшно. Электричество. О, это не страшно. Удачи, чтобы найти, как найти, чтобы включать свет. Ха-ха-ха. Смешно тебе. О боже мой, что мы должны делать? Что делать? Сматывай отсюда, конечно, когда здесь такая акула. Я не знаю, но мне страшно. Мне тоже, конечно, страшно. Подождите, но где Сусан? Реально, где Сусан? О, как много здесь акул.
Она только что здесь стояла, пока акула не пришла. Вау, опять пирамида, это MLG. Вау. Призрак акулы уходит вместе с Сусанной. И мы, то есть мы должны спасти ее? О нет, что нам нужно сделать? Мы должны спасти ее. Не волнуйтесь, у меня есть идея. Ну какая у тебя идея есть? Как электрическая акула, то есть призрачная акула уводит женщину. Опа, я на акваланге. Доберитесь до пирамиды. Ну это посмотрим. Пока акулы нас не сожрет. Вот это я имею в виду. Ой. Он отворачивается. Быстрее заходим в пирамиду. Вот Сусан. Акула сейчас зайдет сюда. Еще не зайдет. Эй, акула. Она реально не реагирует на меня? Странно. Это новый вид акулы, который не ест ничего. Так, найди ключ. Я вижу, что сейчас, значит, это ключ. Подбирай. О, нашел ключ. Открой теперь кейдж. О боже мой, это было близко. Я это говорю. Сусан, ты в порядке? По ее выражению можно понять. Так, вот, доберитесь до туннеля. Так, главное, глядите по сторонам, пока акула тебя не сражала. Так, ой-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 ой. Так. Ну, я добрался до туннеля. Что дальше? Ой, акула. Только не иди сюда. У меня уже легкие трудно дышать из-за этого разговора. Ну ничего. Так, все. Таймер закончился. И почему у меня здоровье отнулилось? У меня было 100 хп, теперь 75. Что мне задамажило? А круто, ну что сейчас? Не волнуйтесь, теперь мы можем найти, чтобы включить свет. Следуй за Сусаном. Ух. Неужели эта акула не появится? Посмотрим. Так. Найди генератор, который ищет. Сейчас найдем этот генератор. Ой, что это такое? Part left. Опа, мы нашли. Так. Что мы должны сейчас сделать? Мы должны выбраться отсюда. Давайте выбираемся. Ой, дверь закрыта. Когда учителя вернутся обратно? Дверь закрыта. Я же говорил это. Кажется, когда включаем генератор, все это закрывает эти двери. Ну и как выбраться отсюда? О, в гифтшопе. Мы должны разблокировать гифтшоп. Так, мы должны найти что-нибудь, чтобы открыть это. Ну что ж. Ой, акула вернулась. Пытаетесь выбраться, я слышал. Ну конечно. Выживи. Ой. Мы должны выжить 40 секунд. Ух ты, блин, эта акула телепортируется с каждым 5 секунд, кажется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, она мне задамажила, а мне 45 хп.
Нет. Нет. Оно чуть меня не убило. Ох. Осталось 30 секунд. Только не иди ко мне. Только не иди ко мне. У меня очень мало здоровья. Ох. Ой. Ой, не-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 не. Нет, меня сейчас убьет. Меня сейчас убьет. У меня 15 хп. Я сейчас умру. 15 хп, я не выживу. Ух ты, блин. У меня очень мало хп. Вряд ли я здесь выживу. Это было очень страшно. Я хочу просто пойти домой. Я тоже хочу. Скорее найдите что-нибудь, чтобы разбить туда эту дверь и пойти в гипс-шоп. Так, найди молоток. А вот я уже нашел. Так, я нашел молоток. Так. Разбиваем доски. Опа. Вау. О нет, не только не паркур. Я точно сдохну здесь. Я не хочу все заново проходить. Ой, нет, блин. Ну я нубас. Но у меня мало было, мало хп. Вот же ж, блин. Ладно, ребята, я не буду все это перепроходить. И если же вы хотите, что я дошел до того момента, обязательно напишите об этом в комментариях и оповещайте меня об этом, чтобы я знал. И обязательно, ребята, поставьте лайкос, подпишитесь на канал и запустите все этим друзьям. Расскажите им, и это реально мне поможет продвигаться на моем канале. Ну а с вами был Мегаробот, всем удачи и всем пока.